Андрей Молочный, Антон Лирник, до этого не Чехова, расскажем вам парочку новых политических анекдотов. Первый такой. Как-то Виктор Ющенко разговаривал с Виктором Януковичем. Слушайте, Виктор Андреевич, так. Давайте сейчас на весь мир заявим, что Украина поддерживает независимость Косово. Як це? Зараз ми Косово підтримуємо, а завтра Сєвєродонецьк заявить о своїй незалежності, да? Блін, пробіл. Вот голова у чоловіка. Нічого собі. Забили. Второй анекдот расскажем такой. Случайная встреча Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Юлия Владимировна, ну давайте мириться. Давайте мириться. И чтобы вы знали, что мое сердце открыто для вас, вот я хочу посоветовать вам, как вот выйти из этой инфляции. Так, как? Нужно поднять цены в 10 раз. Вы хотите, чтобы меня из кабмина ногами вперед вынесли, да? А сами станете премьером, да? Не, ну не мой день сегодня, это просто катастрофа. Большое спасибо. Поскольку есть в зале звезды, настоящие звезды, да, давай, у нас появилась добрая традиция кого-то приглашать на сцену. Ну, чтобы они раскрылись, как актеры. Лэри Вин, можно на сцену? Под ваши аплодисменты. Аплодисменты, господа! Прошу. Вот, без предупреждения. Да. Дорогие друзья, внимание, номер импровизационный. Называется он программа «Самый умный». Ваши аплодисменты. Итак, друзья, мы продолжаем программу «Самый умный». В финале у нас два игрока. Андрей Молочный и Лэри Вин. Вопрос Лэри Вину. Правильное название витамина К? К. Неправильно. Филохинон. Андрей, закончите пословицу. Без труда не было бы рыбку из пруда. Правильно. Продолжаем. Длина Босфорского моста в Стамбуле. 1074 метра. Андрей, не было бы счастья... Да несчастье помогло! Правильно. Продолжаем. Удельное сопротивление Капрона. 10 на 10 Ом. Я напоминаю, что Андрею досталась тема пословицы и поговорки, а Лэри Вину пиндос. Андрей, закончите поговорку. Любишь кататься, люби... И лыжи... Саночки. Саночки. Правильно. Лэри Вин. Нобелевский лауреат в области медицины в 1919 году. Жорж Барде, Бельгия. Я напоминаю, что Андрей досталось с ним пословицы поговорки, а Лэри Вин вообще непонятно, как попал в финал. Андрей, пословица. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Правильно. Период развития микенского искусства в Греции. 17-12 век нашей эры. Напоминаю, Андрею досталось тема пословицы и поговорки, а Лэри Вин вообще мог не приходить. Андрей, на варе и шапка смотрится. Горит. Правильно. Продолжаем. Так, сейчас небольшая рекламная пауза. Лэри Вин, за небольшую сумму денег ситуация может в корне измениться. Деньги есть? Да, там. Есть деньги. Все, давай продолжаем. Мы продолжаем. Уже аплодисменты. Итак, вопрос Лэри Вину. Дважды два. 4. Правильно! Андрей, закончите старинную удмуртскую пословицу. Утанда углыгин дын за хайтенконт. Ну что ж, пока Андрей думает, напомню, что Андрею досталось тема пословицы и поговорки народов мира. А Лэри Вину пиндос, какая простая тема. Итак... Утанда гунды панда. Нет! Бындрынгедзин. Ну что ж, первая буква русского алфавита. А. Правильно! Андрей! Любимая поговорка Джорджа Буша. От дурной головы и ноги страдают. Нет, у Данды углы гендын за хайдебын. Ну что ж, дорогие друзья, итак, финал. Я напоминаю, что по итогам последнего тура у Андрея 20 очков, а у Лэри Вина 2 миллиарда 415. Что в денежном эквиваленте составляет примерно 7 гривен. Ваши аплодисменты. Лэри Вин, самый умный! Браво! Спасибо, красавец. Друзья, аплодируем! Аплодируем! 24! Лэри Вин на сцене камени! Друзья, мы покажем наше любимое развлечение, серию миниатюр под общим названием «Буфет Верховной Рады». Покажем вам разных посетителей этого буфета, как мы их видим, правильно? Поехали! Буфет Верховной Рады и Литвин. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Берите. Ага. Котлетки вот вкусные очень. Котлетки. Да не, просто посмотреть пока. Просто посмотреть пока. Вот уха из окуня хорошая. Да не хочется. Не хочется. Я вообще спикером хотел стать, а не. Понимаете.
Яйцемика поставили, понимаете? Ничего не хочется вообще. Как картошечки, может, картошечки? Да нет, нет, аппетита. Сосунок 33 года, понимаете? Как вообще? 30... Ничего 33. Не будет. Ничего не хочу вообще. Слушайте, просто, может, да. Коньячку? Закарпатского. Я просто выпить хочу, мне не с кем. Ну ладно, давайте. Давайте. Давайте, давайте. Возьмите. Вот видите, краине потребен Литвин. Да. Продолжим. Да. Меняемся местами. Да. В том же буфете Ахметов. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Оль, а что это? Что, футбол у вас, да? Футбол. По телевизору. Да. А можно громче, да? Ага, пожалуйста. Ага. Шахтёр как раз... О, ну, давай! Давай, ну! Давай! Ай! Водки дайте, дайте водки. Ага. Водки, ай. Ага. О, ну! Да, ну! Пас, пасуй! Давай, ай! Дайте водки. Ага. Дайте. Ну... Ну, дайте вот, слушай, да, если так плохо, все, да. Давайте я переключу. Переключите. Вот, пожалуйста. О! Янукович, так, а ну что он скажет сейчас, а ну? Что? Ай, дайте водки, дайте! Больше, больше водки, больше, больше! В буфете Верховной Рады Виктор Ющенко. Ой, Виктор Андреевич, здравствуйте. Доброго дня. Можно булочку, можно булочку? Булочку, пожалуйста, ручки чистые, все чисто, да, ничего вообще. Аккуратненько беру. Дякую, дякую. Скільки з мене кинуть? Ну, скільки, кинуть? Там пакету. Ну, 70 копеечек. Ну, да, да. 70 копеечек. Ось вам 5 гривень, значить не треба, не треба. Не надо, не надо, не надо. Мені ваші гроші не треба, не надо. Не надо, не надо. Ну що, це не мої гроші. Беріть, це не мої гроші, беріть. Ні, ну, ну я знаю, що це не ваше, я знаю. Ви заберіть, бо потім ще за корупцію посадять. А ну, ну, де ви таке чули, щоб когось посадив? Ну ви, давай, ну що, треба, не треба. Беріть, 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 бо вам ще на пенсію воно пригодиться. Та ну, ну, коли це пенсія, не скоро. Ні, це вже скоро, вже. Та не скоро, та не скоро, та скоро. Ми вже заканчуємо. Напоследок в тому же буфеті Юлія Тимошенко. Шановна буфетчица, маленький диетический бутербродик. Конечно. От Луи Вітон. Вот, возьмите. Пожалуйста. Дякую. Пожалуйста. Елена Владимировна, дякую. Я все стеснялась вам сказать. Вы там должны уже полгода, никак не рассчитаетесь. Можно рассчитаться. А, да, да, премьера мочили, да. Да. Что там, шампусик, да? Шампусик, да, 8 бутылок. 8 бутылок, все, да? Нет, коньяк еще. Коньяк. Да. А, да-да-да-да, бум, коньячок. Да, бум. Да-да-да. Сколько там? 2 бутылочки. 7. 7? 7. 2 сначала, потом еще 3. И потом еще 2. Вы прибежали, еще взяли 3 стаканчика пластиковых. А, да, 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 да. Да. Стаканчики мы потом рвали. Да. Да, все. Да, все, да? И, ну и водка. Я приходила. Вы уже не могли, вы Турчинова прислали. Дурне, що скажеш йому, то й робить. Там 2 літра. Ще й 2 літра взяв? Ну так. Неекономний. Так, ладно, давайте, все, да? Ні, і ще пива. Турчинов приходив? Он уже не мог, ви прийшли. То ми взяли там бочечку. Ви не могли ще відкрити, щоб пробили фонтан бил. А, да-да-да, я думаю, що це мені цілий день коса пивом воняло. Ну, нет. Ну, це вже... Ну, нет. Ні? Що ще? Презервативи ще. Я чи Турчинов? Я не знаю, ви позвонили, я принесла. Хто там, що, не знаю. Ага! А, це регіони в нас кидались, ми хотіли теж набрати і в них кинути. Не, ви нормально хотіли. Ну це вже все? Да, да. Скільки з мене? 15 тисяч гривень. 15 тисяч? Да. Зараз, секундочку. Алло, Саша, привіт. Слухай, допиши в бюджет плюс 15 тисяч на соціальні розходи. Да, давай.
Дорогие друзья, как всегда, Саша немного приврал, никаких певцов не будет на этой сцене, будет смешной текст под музыку. Под ваши аплодисменты, пожалуйста, ваши аплодисменты! Дядя Юра, поехали! Дорогие друзья, в очередной раз расскажем о редких и исчезающих явлениях. Итак, записывайте. Сегодня я расскажу вам про ремонт своими руками. Слушайте внимательно. Если вы не делали сами ремонт дома, то считайте, что вы не жили. Ну, например, когда вы кладете плитку так долго и тщательно, а смотрится она, как будто вы на нее ложили. Это вот такой ремонт. Ремонт своими руками беспощаден, как Вторая мировая война. Как наступление немцев на СССР, только гораздо хуже. Конечно, вот первые 3 месяца все продвигается быстро, а потом 4 года понимаешь, что катастрофа неизбежна. Ремонт своими руками. Что может быть круче? Вы спите на кухне, на столе, жена в ванной на цементной куче. Ремонт своими руками — это вообще занятие такое романтическое очень. Вот мои родители, они до свадьбы начали, вот сейчас на пенсии еще не закончили. Ремонт своими руками, он полезен для здоровья. Вот смотрите, клейстер не нарушает кислотно-жирного баланса. Растворитель придает коже натуральный оттенок, а штукатурка не даст перхоти ни одного шанса. Ремонт своими руками – это когда вы на рынке торгуетесь за каждый дюбель, чтобы в итоге на мешке дюбелей сэкономить 1 рубль. А потом на том же рынке ваша жена покупает обычный смеситель, который стоит как обычный советский ракетоноситель. Ремонт вообще под руководством жены — это такое сплошное горе. Ну, обои под цвет дивана, диван под цвет левого глаза, глаза под цвет шторы, и шторы, соответственно, в цвет, там, допустим, нового купленного там сиденья для унитаза. Если вы, кстати, клеите кафель в ванной с первой попытки, смотрите, чтобы плитки были как гвоздями прибитые, потому что потом будете мыться в душе, клей не удержит плитку, и в итоге плитки станут вашими надгробными плитами. Ну и напоследок, дорогие друзья, напоследок, ремонт своими руками, его очень трудно закончить. Вообще, в идеале ремонт должен продолжаться вечно. Так что, дорогой друг, если тебе нечем занять руки, не начинай ремонт, лучше пойди и сделай скворечник. Огромное спасибо, дядя Юра, Антон Лирник. Наше любимое развлечение — серия миниатюр. Сегодня мы вам покажем наших любимых отечественных актеров, если бы они снимались в мировых блокбастерах. Как мы себе это представляем? Кто помнит Нонну Мордюкову, которая снималась в фильме «Бриллиантовая рука»? Вот представьте эту женщину в главной роли в фильме «Красотка». Даже странно, что такая красивая, симпатичная девушка делает на панели. Вы что, всю жизнь были проституткой? Ну нет, искусно маскировалась под приличную женщину. Может быть, поедете ко мне в гостиницу? А ну-ка убери руки, ты, Микки-Рурк! Или как там у вас говорят, топай до хазы! Так, ну ладно, ладно, ну поехали к тебе, возьмем такси, ну что ты, ну... Наши люди на такси к проституткам не ездят. Ну, пойдем, ну... Следующее. Андрей Панин в фильме «Звездные войны». Мой господин! Повстанцы наступают! Прикрытие открывать огонь! Мой господин, пожалуйста, открывайте огонь! Ну, тихо, 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 тихо! Спокойно, спокойно, спокойно! Повстанцы атакуют сюда смерти! Прикрытие атаковать! Ну! Ты не спеши, нормально. Разберемся, возьми бумажку, возьми, возьми, пиши. Мол, повстанцы атакуют. Да. Да, мол, так и так. Да. Давай ее, мы передадим, а они там разберутся. Давай, давай, давай. Дальше продолжаем. Соломин и Ливанов в фильме «Пятый элемент». Мистер Холмс. Дай. Вот у нас есть 4 элемента, ну как их собрать, что делать? Да, очень просто, Ватсон. Да. Смотрите, это элементарно. Вот смотри, здесь нарисован воздух. Так, да. Значит, что нужно? Подуть. Да. Дуйте. Понятно, да. Хорошо. Так. Вот здесь земля. Так. Это щепотку земли, сыпаните. Хорошо. Так. Вот здесь вода. 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 А. Плюньте. А. Фу. Ага. Хорошо. А вот здесь вот огонь. Так. Зажигалочку. Вот. Давай. Вот. Хорошо. Так. Ну вот, мы с вами в центре, все, 4 элемента. Они не работают, нужен 5-й элемент. Как же... Ну, Ватсон, и как бы должен сказать, я люблю вас. Секунду! Продолжим. Напоминаю, ну помните «Ирония судьбы», первая сцена, где Буркова и Штирвин пили в бане. Эти 2 актера, Буркова и Штирвин, в фильме «Армагеддон». Значит, один из нас? Да.
должен лететь спасать эту землю и взорвать астероид. Да, так... Ну, давай рассуждать логически. Давай. Тебе надо лететь? Нет. И мне нет. Железная логика. Сейчас не об этом. Так. А если нам не надо? Да. Тогда полетит Женя Лукашин. Лукашин? Лукашин. Почему? Потому что у него там девушка. Да? На астероиде, да? Галя. Очень красивая. Красивое имя. Да, огромное, редкое. Да, да. Давай, репи, давай. Да. А, знаешь, почему нас не берут на астероид? Почему? Потому что мы не пьянеем никогда. Герои фильма «Служебный роман». Вот актеры Мягков и Алиса Фрейдлинг в фильме «Криминальное чтиво». Я не знаю, но... товарищ Новосельцев, зачем мы притащили сюда этот труп? Я не специально, я... Вы мне скажите, вот что, у меня на кабинете висит табличка «Склад мертвых негров»? Не оправдывайтесь, перед нашим зданием висит бигборд, да? Нет. Склад мертвых негров, нет, да? Нет, или? Нет, не висит, ну, как бы, не склад, ну, не склад, как бы, не... Тогда сдайте на венок для этого негра. 25 копеек. Я сдал на венок, я не виноват, это случайно вышло я совершенно. Что ты случайно? Зачем вы его пристрелили? Я ехал в троллейбусе, его качнуло на кочке, я выстрелил совершенно случайно. Это не по моей вине, не потому что это... Что вы на меня наезжаете? Меня в подвале меня поймали два извращенца. Это мой мальчик и мальчик. Что вы от меня хотите? Честное слово. Так, вы знаете, мне это надоело. Пишите заявление. Сюда вы пишите. Заявление. Значит, склад мертв. Ах, склад! Тоже фантастика. Маргарита Терехова, знаменитая Миледи из «Трех мушкетеров» в фильме «Чужой». Нет! Твари! Зачем вы сожрали весь экипаж? Нет, не надо. Где же граната, где? Ну, имейся уши не услышит, имейся глаза не увидит, что творилось здесь. Ведь я же люблю тебя. Давай, капни слюной. Пусть оно разъест мое сердце. Ну почему не нажимается эта катапульта? Если б я умела плевать вас слюной, мы бы с вами не разговаривали. Напоследок, Олег Скрипка в фильме «Властелин колец». Эй, братику, треба тікати. Ні, Олеже, ні. Ні, ти що? Давай залишимось. Ти що? Треба бігти. Бігти до горизонту. Запарки, знувши голову та кричати. Брати, я знаю, що ви є, відгукніться. Ні, Олешку, ні. Хозяїн нас любить. Стулипельку, бовдуре. Вони забрали від нас наші коханнічку. Нашу примару, нашу надію, а як кажуть москалі, нашу прелість. Я піду до морди рухильнемо по чарочці, забіжу до гоблінов, поспіваю жалісно. Спасибо огромное. Андрій Молочний. Антон Лірник. Давайте мені чекало. Спасибо. І, друзі, номер, который мы сейчас покажем, импровизационный, готовься, ты актер, все, самый сильный. Да, команде. Надо подготовиться. Да. Будем сейчас вот просто импровизировать с тобой. Вот да. Что хочешь. Играем роли. Ты играешь самого себя. Номер называется «Фанат случайно просочился в гримерку Quest Pistols». Ваши аплодисменты, пожалуйста. Ё-моё! Блин, это ж ты, елки бампер. Ну, бампер, ты тут! Ну! Алло, куда ты? Ну стой, ну, ты ж бампер, мы ж вместе с тобой, ну вот, с одного города, ну помнишь меня? Ну, мы ж вместе, ну, это, лазили на все девятиэтажки и срали с крыши, помнишь? Да, и целовались потом еще, помнишь? Это любовь у нас была, посрал и поцеловался, ё-моё. Помнишь? Как вы там? Вы там, я видел, Москву тоже на девятиэтажке, да, все?
Чё ты, не мой, что? Ну, как дела у тебя? Ну как ты вообще? Ну, ты помнишь, вспомнил меня? Ну, ты ж тогда, помнишь, курил, и батя тебя... Не целовал. Батя тебя словил, еще сигаретами накормил, помнишь? Как ты вообще? Хаваешь еще сигареты? Две в день? Да. Блин! Что такое? В чем дело? Стойте, ну подождите, это ж бампер! Кто это такой? Это гриммер? Друг его! Кто это такой? Я друг! Какой друг? Это друг твой или кто? Детский, помнишь? Друг? Ты стой, ну бобра, помнишь? Видишь бобра? Какого бобра? Блин, а меня попустило, я не вижу уже. Какого бобра? Так, ты, кто он такой? Он бобра, он все время бобра что видел. Что за человек? Ты чего пустил его сюда? Кто он такой? Ну это ж, ну ему же единственному на школе. Кто? Друг твой? В школе наняли ему репетитора по трудам единственного. Это он? Да. Так, по секунду. Так, кто вы такой? Секунду. Кто вы ему? Да я друг, я кореш. Ну помнишь? А, точно, что? Друг, да. Да, точно. Да. Его фотографию у тебя в бумажнике я видел, да. Ты по ночам открываешь поезды. Слушай, ну что, да мы с детства, мы вот, ну, пацаны, прикиньте, мы, ну, пошли в аптеку, ну, малышня, презервативы нам не продавали, ну, не продали. А бампер говорит, да ладно, давайте вот эти вот обложки от тетрадок наматывали. Ты серьезно? Да. А потом еще такой говорит, не-не, пацаны, болезней всяких можно набрать, давайте потолще обложки с книжки коричневые, знаете. А потом говорит, прикиньте, у меня рифленый получился, вот география написана. Вот. Так, все. Это жопа. Поздоровались, все, пошел, давай, все. Стой, блин. Я что пришел-то? Так, возьмите что? Меня в группу. Я тоже это, вот, набухаюсь и танцую, и петь не умею. Ну это ко мне. Спасибо. О, Костыль, это ты! Девятиэтажки, так, помнишь? Все, Костыль! Охереть! Так что ты там? Что, ну группу возьмите меня. Ну смотри, поначалу тяжело будет. Подожди, да, я поговорю сначала. Смотри, значит. Поначалу как бы половина гонорара, так. То есть 50 гривен, так что больше не дадим. Ты... Ну хорошо, если это такое список. Ну все, ты в группе, как зовут тебя? Гуимплен. Гуимплен, это бампер, все, будет. Давай, все, поехали, давай. В газетку, да. Сейчас не будет никаких песен, да, Саша все правильно сказала, будет просто текст под музыку. Дядя Юра, готов? Ваши аплодисменты, поехали! Рубрика «Красная книга». Рассказываем о редких и исчезающих явлениях. Сегодня я расскажу вам про студенческое общежитие. Кто не жил в общежитии, тому вообще рассказывать глупо. Кто-то отдал этому месту свои лучшие годы, а кто-то провожал девушку в общагу и отдал этому месту два передних зуба. В общаге своя арифметика. В трехместных комнатах живут семеро, в двухместных трое, в одноместных живут коменданты и их семьи, а узбеки в комнатах без места, без обоев. Я лично жил в студенческом общежитии. Нас в комнате было 6 мужиков. Мне до сих пор грязные носки в кошмарах снятся. Вот, между прочим, у нас был один мобильный телефон на всех, и по средам была моя очередь понтоваться. В общаге есть строгие правила, и технику безопасности соблюдают строго. Вообще, во всех общежитиях СНГ единственный разрешенный нагревательный предмет – это водка. Вот, в общаге, кстати, если хочешь есть, то у тебя, ну, есть вообще два варианта. Пожалуй, первый – это пожарить себе жареную картошку, ну и второй – это украсть картошку, которую кто-то уже пожарил. Это нормально, да. Доказано, друзья, доказано, что у человека, который долго жил в общежитии, желудок может переварить алюминий. Вот я не был избалован, я не знаю, что такое маслины, зато я умею готовить 70 блюд из мивины. Если ты идешь в общагу к девушке, то вахтерша пропускает тебя за бутылку пива. А если дать вахтерше две бутылки, то тебя обслужат прямо на вахте и уйдешь счастливым. Кстати, студенческое общежитие отличается от публичного дома, потому что там деньги не ходят, там хватает коробки конфеток. И, между прочим, в студенческом общежитии нет беспорядочных связей. Ты просто по порядку трахаешь всех своих соседок. Вот. Кстати, в общаге есть три категории жильцов. Первые – те, которым родители передали из деревни что-то поесть. Вторые – те, у которых есть нечего. И третьи – те, у которых что-то есть. Вот из общаги ходить на пары на 8 утра – это просто невозможно. Я знаю, если ты, ну ты только из клуба пришел к 5. И вообще есть такие студенты, которых преподаватели только через сайт ВКонтакте могут найти. Но я таких не знаю. Друзья, напоследок. В студенческом общежитии есть своя философия. Все мы здесь временно, и только тараканы – постоянные жители. В следующий раз мы с Юрой расскажем о том, как в одной общаге таракан стал комендантом общежития. Спасибо большое. Проект «Красная книга». В нашей стране все смотрят кино, но никто не читает книги. Потому что вокруг полно роликов, которые рекламируют фильмы, и ни одного рекламного ролика, который рекламирует книги. Итак, теперь мы предлагаем в кинотеатрах будут крутить ролики к книгам. Итак, первый ролик. Ваши аплодисменты.
Дрянь! Что? Скотина! Опять нажрался, да? Посмотри на себя! Ты не человек вообще! Что это такое? Кто ты такой? Кто ты вообще? Не знаю, кто! Айзек Азимов, я робот! Продолжаем. Ну это, я держал флаг там, так. На Майдане. Так. 2 недели махал, все там. Угу. Митинг, все за партию, как-то что... Ну как-то я махал же флагом, ну, что? Я ну, при чем-то, что? Ну дайте денег каких-то, что? Слушайте, ребята, какие деньги? Идите в жопу. Виктор Гюго, отверженная. Ныряем. Следующее. Так, сюда иди. Иди сюда, я сказал. Сделай мне, нарисуй рисунок на рисование. Рисуй рисунок мне, удава рисуй. Рисуй удава. Что это за удава? Это шляпа какая-то. Рисуй удава мне. Вот так, все, я сейчас буду плакать, тебе влетит, ты понял? Все, ты ответишь, ты приручил меня. Ты ответишь, тебе влетит, ты ответишь, все. Сент-Экзюпери, маленький принц. Девушка, 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 что такое, девушка? Что, в чем дело? Жена, уберите руки. Что с вами? Что с вами? Что такое? В чем дело? Что? Я жду его. Да, что вы тут делаете? Вы тут холодно, вы пьяные и голые сидите. Он меня заберет. Да кто вас заберет? Что вы с собой сделали? Все, у вас татуировка на всю спину. Что это такое? Это бригантина. Какая бригантина? Пойдемте, пойдемте. Мужик, пойдем. Надо проблемы или что? Да пойдемте, все. Он приплывет за мной. Да его забрали в наркодиспансер, ты накуренная. Ты че? Александр Грин, «Алые паруса». Так, Леонид Данилович, значит, вот тут особнячок у вас, да? Вот там пляжик такой, там маленькая пристань, можно яхточку, можно порыбачить. Вот там, значит, дом для гостей, 7 этажей, вот все, тут маленький лесок. Вот, ну, в принципе, вот так все. Ну, як то кажуть, море, воздух, все добре. Читайте, Хемингуэй, «Старик и море». Уходи. Теперь можно, что я сделал? Что я сделал? Боже, что, куда деваться? Руки в крови! Убил бабушку! Нет, да. Не надо! Убил! Теперь буду во всех снах тебе являться! Не надо, пожалуйста! Да! Студент! Не надо. Сейчас бабушка тебе покажет! Что, да. В чем дело? Да. Алло! Да, бабушка, алло! Этого не было в книге, секунду! Смотрите на DVD! Да. Достоевский, преступление и наказание. Следующий ролик книги ужасов. Чуковский тараканище. Последний. Ну давай. Значит, смотрите, да. Здесь тут все четко, так. Все правильно, все расписано. Если так, то так, если так, то так. Все по закону, все нормально. Не, вот. Ну тут все понятно. Все, ну, так, только, да. Понимаете, вот, а если и не так? Не, все вот так вот прописано, все четко, все вот так, если так. Не, ну, а, ну если мне надо будет вот так. Деньги вот, есть? Ну, деньги есть. Ну все, сделаем поправочку и все. Да. Читайте, бестселлер этого года «Конституция Украины». Огромное спасибо. Андрей Молочный. И Антон Лирник. До этого не Чехова. Антон Лирник. Это мне Чехова, как всегда, расскажем несколько свежих политических анекдотов. Вот такой вот анекдот первый мы знаем. Звучит он так. Некая телевизионная программа. Ваши аплодисменты. Свежий анекдот называется «Случайная встреча Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко». Значит, Юлия Владимировна, я там десь чув, мені казалось, що нібито там ціни зросли. Щось там подорожало. Я сам не покупаю давно вже, не знаю. Але, ну, де ж чув, що нібито подорожало щось. Що таке ж? Віктор Андрійович, це вас дурять. Да? Це вас дурять, не вірте їм. Ну, ви що, я от навіть скажу, що подешевіло все. Та ну. Серйозно, в магазинах все подешевіло. Та як це? От я заходжу у цей салон Louis Vuitton. Ага. Там сумочка була $16,000, зараз 12. Не вірте цим брехунам. Такой свежий анекдот называется «Прямое телевизионное включение». Опять же, нужны ваши аплодисменты. Пожалуйста.
Дорогие друзья, мы ведем наш репортаж из центра Киева. Буквально сегодня, сегодня нам поступило сообщение, что случился очередной резкий скачок цен на недвижимость на 2%. Тысячи киевлян, возмущенных киевлян, вышли на улицы города. Они устроили небольшую забастовку, демонстрацию. Они переворачивают автомобили, разбивают витрины, поджигают мусорные баки и бросают камни в милицию. Давайте попробуем взять интервью у одного из участников этих беспорядков. Алло, извините, пожалуйста, можно прокомментировать ситуацию? Прокомментируйте ситуацию, пожалуйста. Что такое? Прокомментируйте ситуацию. Да это беспредел вообще! Это беспредел! Так, секундочку, Леонид Михайлович, не слышно вас. Покажите. Ну, извините, прерываем трансляцию. Огромное спасибо. Номер, который называется «Как заказывают группу Quest Pistols на выступление на корпоратив». Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Quest Pistols. Мы, я устал, хочу любви. Рано. Концерт позже. А, это не сейчас? Нет. Сейчас должны мы обсудить все детали. Давайте. Вас хотят заказать на корпоратив, все нормально. Да. Заказывают Quest Pistols, все. Супер. Да. Мы согласны. Хорошо. А кто будет выступать? Меня одного или всех заказали? Всех, всю группу. Всех. Отлично. Да. Я... Послушайте. Да. Да. Охотничий клуб празднует юбилей, охотники. Кто из артистов еще работает? Из людей только вы. Понял. Значит, смотрите. Нам не привыкать. Вначале вы с парашютом падаете в бассейн. Вот, подождите, какой бассейн? Сейчас холодно. Доплачивают. Мы согласны. Стоп. Потом побеждаете в схватке крокодила и на сцену выходите сразу из-за кулис. Подождите, какой схватки? Насмерк, ну что? Нет, какая смерть? Вы что? Какой... Слушайте, мы уже заплатили крокодилу. А нам? И вам заплатим. Мы согласны. Значит так, охотники, публика нормальная. Так. Вам будут хлопать, бросать так. еду бросать будут. Так. Вы ешьте. Ну, мы так всегда делаем. Так. Самое главное, последнюю песню нужно будет петь на коленях. Никогда! Никогда Quest Pistols не будет петь на коленях. Так что, на коленях у главного егеря нужно будет петь. Может, лучше просто мы выйдем, тихонько споем на коленях и уйдем? Нет, это главный егерь. Вам же нужны знакомства хорошие. У вас бывают там плохие концерты? Полно. Ну, видите. А у него есть в лесу сторожка, можно схорониться на время. Супер, мы согласны. Так, стоп, да, давайте дальше. Потом танцуете стриптиз. Значит, такой это стриптиз. Мы можем. Да? Да. На охотничью тему. Легко. Якобы снимаете с себя шкуру. Почему якобы? Так, просто якобы. Потом, смотри, потом оргия. Значит, после оргии... Оргия? Да, оргия. Что? Какая оргия? Вам не говорили или что? Ну что, ну оргия будет, все нормально, что? А, ну ладно, может не говорить, оргия, да. Мы согласны. Подожди, там только одни мужчины будут? Это даже лучше. Да? Да, с этими бабами потом проблем не будет. Значит, если все будет хорошо, вас будут постоянно приглашать. Если мы понравимся. Если выживете. Слушайте, объясните, что эти охотники заказали нас? Ну просто там такой случай был, они были в тайге, так. Заблудились, 2 месяца там это, блукали, и у них была только кассета с вашей песней, и все. С какой? Первой или второй? Не говорите им, что у вас есть вторая песня, на всякий случай. У них просто возникло такое горячее желание с вами встретиться. Заказчик так и сказал, хочется посмотреть в глаза этим уродам. Вот, примерно так. Вот, это его слова. Все, вы нас обидели! Вы обидели, мы отказываемся. Двойной гонорар. Мы согласны. Понятное дело, согласен. Еще бы ты не согласился. 400 гривен на дороге не валяются. Понял. Пойдем. Для начала мы, как всегда, расскажем 2 свежих политических анекдота. Самые свежие и самые политические. Первый такой. Встреча Черновецкого и его зама Олеся Долгого. Ваши аплодисменты. Есть тема! Тема это хорошо, тема мне нравится. Тема, да, второй тур выборов. Так, второй. Что вы, как второй тур? Ну, первый тур, так. А во второй выходят 2 кандидата. Подожди, что нам это дает? Ну, два варианта. Или во втором туре вы и, Кличко. Не-не, он будет драться, не. Я уже знаю, я с ним поговорил. Я на него в суд, он на меня, будет драться. Нет. Ну, второй вариант, вы и Луценко. Не-не, лучше Кличко. Второй анекдот. У Виктора Ющенко берут свежее, буквально вот вчерашнее интервью. Ваши аплодисменты, Виктор Ющенко. Добрий день, Віктор Андрійович. Так. Такі питання до вас. От ми з'ясували, що ви почали користуватися таким мобільним телефоном, як iPhone. Так.
Так, дуже гарна модель, це нова, так. Нова, так, да? Просуюсь, да, да, а, чи ви знаєте про те, що офіційно айфони ще не продаються в Україні? А, як? А, тобто... І що це значить? Що це? Це значить два варіанти. Перший, ви його купили в Москві, і другий взламали. Пишіть, що взламав. Бо в цій країні краще бути вором, чим москалем. Ну, взламав, взламав, хай, взламав, взламав. З нами Микола Катеринчук, пожалуйста, ваші аплодисменти, можна стати на сцену? Пойдемте, ну это еще не все. Ну, нам будет неловко рядом с такой величиной рядом, поэтому мы еще одного человека попросим, чтобы так уравновесить величины. Влад, Яма, под ваши аплодисменты. Влад, поднимайся, поднимайся. Я пока объясню. Я рассчитываю, что это будет показывать после выборов, хорошо? Конечно, обязательно. Мы обещаем. Держите, вам пригодится, вы будете говорить сейчас. Друзья, есть такая программа, как «Короли ринга», да? Такой «Король ринга». «Король, король ринга», да. «Бокс со звездами». Вот мы себе представили, если бы в этой программе участвовали бы Катеринчук и Яма по разные стороны ринга. Ваши аплодисменты. Представляем. Так, Коля, Коля, все нормально, все нормально. Напугай его. Скажи, Влад, я тебя ударю очень больно. Скажи, скажи, я тебя урою, скажи. Тебе хана. Давай, скажи, я тебя размажу по рингу. Как ты делаешь перед танцами? Давай, скажи, да, давай. Да, 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 размажу, размажу. Ну, мощнее, ну. Хорошо, хорошо, Коля, Коля, вот так проходим. Серия ударов по корпусу, потом хук справа и уходим. Вот так, как в Верховной Раде возле трибуны. Все так же самое. Все нормально, все нормально. Ты танцор, да, подошел, потанцевал вокруг него. Он не попадет просто, не попадет. Все, ты танцор, да, твой конек. Все, походил, походил, все нормально. Все так и делай, все, молодец, молодец. Вот именно, он танцор, Коля, он танцор. Ты знаешь, куда надо бить танцором. Да. Спокойно, Влад, спокойно. Ничего. Влад, все нормально. Да ему не мешает же. Не-не-не. Он Катеринчук, ты знаешь, куда бить. Лицо самое ценное. Давай, давай, давай. Коля, собери, собери. Надо вымотать его. Так, по лицу не надо, я им работаю. Все правильно, по лицу не надо. Надо вымотать. Я тоже. Спокойно. Торгует лицом, торгует. После Могилевской не вымотать. Все больше правильно. Ярости, больше ярости. Больше. А-а-а! Ну! Посмотри, какая! Хорошо. Так, Коля, вымотай. Вымотай его, изнури его. Расскажи ему свою предвыборную программу. Это Бентерлон. Да вы не люди! Так, ты, спокойно, ты спортивный, ты пластичный, ты гибкий, ты атлет, ты спортсмен, давай, ты спортсмен, ну давай! А ты, все. А у тебя хорошие связи, и ты красивый! Это самое главное, самое... Расскажи, расскажи, какая ему, какая у тебя машина? Давай. Расскажи, пусть он боится. Ну? Какая машина? Большая. Большая? Ты скажи, какая у тебя машина, какая? Марка? Ну, не маленькая. Марку, Марку, Марку! Так он победил по машине. У него Chevrolet Avia. Молчи, 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 все, молчи. Это не твой конек, не твой конек. Все, ты танцор, танцор, все нормально, все. Все нормально, давай, все нормально. Больше, больше, помним, 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 это не Верховная Рада. Это тут второго тура не будет. Либо ты его, либо он тебя, все. Так, не-не-не, Влад, это не танцы. Могилевской нет. Если проиграл, то только ты виноват, все. Только ты виноват, понял? Соберись, давай. Все, давай. Поехали, все, бой начинается. Встаем, давай. Встаем, встаем, давай, 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 встаем, встаем. Давай, давай. Что, смотрим друг другу в глаза. Смотрим, смотрим. Давай, 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 так, давай, последние давай. Слова друг друга, боксер. Друзья, я объявляю. Сейчас на этом ринге встречаются потрошители из Верховной Рады. Микола Катеринчук. И ночной жигало. Влад Яма. Ну что ж, друзья, у вас есть сейчас возможность сказать по одному слову друг другу перед боем. Говорите. По одному слову говорите. Ну. Программу не надо. Согласен. Ничья! Ничья! Да, ничья! Да, приветствую, ну, спасибо огромное. Ну, как же, а где же мордобой? Ну что? Друзья, аплодисменты. Микола Катеринчук на сцене камень. Просто красавцы. Влад Яма. Спасибо. Огромное спасибо. Да, мы с Андреем покажем номер простой, но все-таки политический. Вот, конечно, сейчас, после выборов мэра в Киевраде, будет все совершенно по-другому. Ну, все, надеемся. Неизвестно. Ну вот в старой Киевраде, в той прошлой, которая была плохая, нехорошая, другая Фу, была. Какая Киеврада. Ужасная, да. Вот там были такие случаи, как вот за один день продали, точнее, раздали земли на 10 миллиардов долларов. Вот мы с Андреем там не были, но мы себе представили, как бы это могло быть. Итак, случай в Киевраде. Ваши аплодисменты. Так,
что? Ну, что? Так, сейчас надо срочно. Срочно. Сейчас надо быстренько, сейчас быстро. Всю землю раздать, пока не поздно. Землю раздать. Потому что завтра будет поздно. Уже. Завтра будет надо поздно. Надо вот сейчас все, пока вот... Все, я понял. Так, я прямо... бегу сейчас в ресурс, мы делаем проект земельный. Какой проект? Все, вот карта Киева, все, прямо здесь. Зачем? Своими силами. Прямо вот так вот? Да, какие проекты? Вот так зачем вот проекты? Да. Дерибанить? Вот смотри, да. Так, вот это тебе. Так. Это тебе. Так, вот это маленькое мне, но хорошее. Вот это тоже мне. Подожди. Это нормальное. Это подожди, подожди. Блок Кличко будет против. Будут драться. А, не будут против. Передай им, и все, нормально. Ага. Так, это тебе. Это мне. Тебе. Так, это мне. Подожди, подожди. Это тебе. Так тут и так мой дом, я тут живу. Ну, будешь жить на законных основаниях, теперь все нормально, все по закону, прячь, так это мне. Подожди. Это Петрович, он просил, это Петрович. Подожди. Это Петрович, подожди, секунду, что? Подожди, что? Я на бабушке, мне надо дяди. У тебя нет дяди. Я сейчас позвоню, расскажу, какой тут дерибан, знаешь, сколько дядь желающих набежит. Ты не так, быстрее, это. Давай. Это Петрович, все, это мне. Подожди. Это тебе, это Петрович. Олесику! Петрович забил себе подол, он сказал, подол мой, ну куда? Это Петрович, он даже на Троечину не заработал. Олесику! Давай Олесику, вот смотри, скинемся по 15 миллиардов, купим Труханово остров, нормально. Все, и подарим. Блин, он хотел три острова в Тихом океане. Ну заходит, продаст Труханов, купит себе три острова в Тихом океане, и все, что ты переживаешь? Блин. Так, все нормально, так это что, Бориспольская трасса, так это мне? Подожди, это куда? Айренке! Айренке! Блин, ну Иренка, у нее и так дофига, зачем ей, куда ей еще? У нее все есть. Ну, у нее скоро день рождения, ну давай подарим, ну любую мелочь, ну чтобы ей было приятно. Ну просто так, как знак внимания. Да, да. Ну вот гидропарк, на, гидропарк. Все, так вот, о, так. А, вот, я искал, вот, Бориспольская трасса. Бориспольская трасса. Давай, это мне. Это мне, подожди. Это мне. Чего это тебе? Я работал там, знаешь сколько? А когда они дорогу перекрывали, где ты был? А кто с Луценко дрался? А ты что, дрался с Луценко? Ну ладно, кого Луценко бил тогда так сразу? Ну бери тогда. Видишь, он начинается. Подожди. Все, так. Березники. Фу, березники выбрось. Ты что, это проклятая земля. Ты что, ты только начни там строить что-нибудь, там, например, какой-нибудь дом на детской площадке, все, это столько вони поднимется! Ну его к черту! Это сжечь надо, лучше сжечь! Ну так, все, ладно, так, это тебе, последний кусок, это мне, о, вот это мне, это нормально, так, это мне, подожди, дай сюда, секунду, все, подожди! Арсенальная мне, площадь славы мне, липки мне! Липки, да, подожди, липки мне, липки мне! Да, липки сюда, липки мне дал! Плюнул липки сюда, быстро. Плюнул липки, я тебе сказал. Ах ты так? Ах ты, все, подавись ты своими липками, все. Давай, это все мне тогда? Это все мне вообще? Подожди, это все мне. Ты мне должен за выборы. Сколько я тебе должен? 15 миллиардов. 15? Да. На, это сколько? Это 6? 6. На, это 3. Так, 6. Так, 6 плюс 3, это 12. Так, это... На, это и 4, итого 20. Все. Хорошо. Все, мы в расчете. Круто, смотри, вот здесь построю новостройку, да? Так. Вот здесь и вот здесь. Я такие желтые крыши сделаю себе. Вот так. Подожди, это же какие-то получатся инициалы или что это? Ну что, нормально, из космоса будет видно. ЛЧ, это прикольно. Ты чего? Это самое солидное. Ты что? Антон, это тебе. Это с тобой. Это мне. Это были. Это молодцы. Антон Лирник. Антон Лирник. Это мне. Это я. Саня. Саня. Сюда. На тебе. Александр Алгин подал ваши аплодисменты.